Так, дети, денег в театр не хватило, поэтому я вас привезла на необитаемый остров. А поплавать можно? Даже нужно. А где здесь туалет? О, кусты. Мы расстались. Заюш, забудь эту собаку и найди себя льва. Он был львом по знаку зодиака. Походу, им нравятся места, где я какаю. Эй, ребята, где наша классуха? До свидули, балбесы. Помогите. А ты, шоколадный, со мной едешь. Я не африканец, я бомж Валера. Марья Ивановна, вы куда? До свидули, балбесы. Почему наша ученица привезла нас на необитаемый остров и бросила? Наверное, потому что мое день рождения не поздравили. Я хочу есть. Кого съедим? Тебя, Сереж, ты самый сладкий. Сочту за комплимент. Я думала, это комплимент. Если тебе полегчает перед тем, как мы тебя съедим, то да, это был комплимент. У меня секреты по завтрашнику, Троша. Развязывайте, живо. Завтра же суббота. А я пошутил. Ну что, пора открывать курсы, как сделать так, чтобы за тобой бегала вся школа. Уже прошло 2 дня, а наша учительница все еще не вернулась. А мне тут нравится. Ребята, а куда делись наши губастые одноклассницы? Мне нужно срочно идти, парни, я так больше не могу. Заюш, ты заслуживаешь самого лучшего. Кажется, я влюбилась. Хочу какать. Ребята, я нашла себе парня. Пожалуй, потерплю. Познакомься, это Мерседес. Всем привет, я Мерседес. По камушке под джунглями я научила его русскому языку. И имя она мне тоже дала. Серега, ты чего? Братик? Братик! Что? Где наша классная руководительница? Мне разбили сердце. Братик! А где тут можно покакать? Я впервые в жизни нашла себе нормального парня, и мой одноклассник увел его у меня. Братик! Братик! Цунами, убегайте! А нам нипочем. Мерседес, почему ты не со мной? Мы с Серёзой братья-близнецы, я его не брошу. Ребята, где арбузовая губастого? Всем привет. Что с вашими волосами? На нас насрала жар-птица. Но я ее опередила. О, наша классуха плывет. Здорово, балбесы. Марья Ивановна, заберите нас отсюда. Размечтались, я вам новенького привезла. Мне нужен новый парень. Кстати, а почему мы всегда ищем парня мне, а не тебе? Потому что я уже нашла свою любовь. Его зовут... Ребят, вы слышали крики? Ой, да это Чебурекова с губастого закричали. Чебурекова в опасности. Заюш, мы настолько классные, что даже наши волосы не свисают вниз. У меня есть догадка, кто на них напал. Не может быть, это боги, спустившиеся с небес. Их брови, как стволы деревьев, их губы, как 2 планеты. Че она говорит? Какая она стрёмная. Спасибо, что отпустили, но нам нужно кое-что сделать. Чебурекова! Губастые одноклассницы! Мама? Что происходит? Мы живы. Прошла уже неделя, а нас до сих пор не спасли. Да кого тут спасать? Море есть, еды на целый год. Эй, пальмы размером с Отрышкина. Подтверждаю. Демон! Здорово, балбесы, какой-то абориген. Я вас забираю домой. У вас что, есть сердце? Ну, конечно, я же вас люблю. Мария Ивановна Людоедова, вы знаете, где находятся пропавшие дети? Да, то есть нет. Если мы узнаем, что это ваших рук дело, вас посадят на 20 лет. Прощайтесь с аборигеном, и мы уплываем. Братик. 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 Мерседес, я тебя люблю. Я вас тоже всех люблю. Да. А я на секунду подумал, что он человек. А где Арбузова? Возвращаемся на остров. Придется опоздать на ноготочки. Арбузова потерялась. Возвращаемся ее искать. Арбузова! А кого мы ищем? Арбузову. А как она выглядит? Не знаю. Я нашел! Арбузову? Нет, 50 рублей нашел. Зачем тебе 50 рублей, если тут нет магазина? Точно. Короче, у меня есть секрет, и я хочу тебе его рассказать, пока никто не слышит. Я влюблена в новенького. Ну, тот, который... Только никому не говори. А я все слышала. Кто это? Не знаю, но свитер у нее стрёмный. Мы никогда не найдем Арбузову. Ну тогда уплываем без нее.
Это я сбил ваше корыто своей яхтой. Ты кто? Я новенький. А что я пропустила? Арбузова нашлась, лодка сломалась, еще какой-то новенький появился. Что делать? Полагаю, будет уместно представиться. Я Петр Пупкин. Вы можете звать меня по-дружески Петр Васильевич Пупкин. Мальчик, ты не оборзел? А как ты нас нашел? Я вычислил ваше местоположение по IP-адресу ее аппарата. Этот? Он умный, красивый и носит очки. Кажется, я влюбилась. Он мне не нравится. Прошу на борт моей яхты. Он мне начинает нравиться. Стоп! А где Мерседес? Мой Мерседес стоит в гараже. Нет, это такой абориген, которого Чебурекова привела из джунглей. Это была любовь с первого взгляда. Как у нас с тобой. Мерседеса нужно найти. Вдруг с ним что-то произошло. Мы не будем его искать. Куда же подевался Мерседес? Может, его кто-то украл? Вместе с моим сердцем. Или съел. Нужно обойти весь остров и найти его. Мне не нравится эта идея. Поторопись, Пупок. Я Пупкин. И моя фамилия производна не от слова «пупок», а от фразы «пуп земли». Вам она ни о чем не говорит? Послушай меня сюда, Пупок. Моя фамилия Мария Ивановна Людоедова. Тебе это ни о чем не говорит? Не ссорьтесь. Продолжайте, мне нравится. Ему, как видите, тоже нравится. Мерседес! Я не Мерседес, я его отец. А где Мерседес? Он отправился вас искать. Я не знаю, где он сейчас и что с ним. Но он сказал, что найдет вас любой ценой. Братик, я найду тебя! Получается, Мерседес уехал непонятно куда, чтобы нас найти. Не уехал, а уплыл, если быть точнее. Нам нужно возвращаться домой. Я, конечно, буду очень скучать по этому вашему BMW, как и вы. Нет. Я никуда не уйду и останусь здесь, память Мерседесу. Я тоже. Глупая сторона человечества решила остаться. Так даже лучше. А что думает другая? Если мы здесь останемся, то мы тем более не сможем найти Мерседеса. Нужно искать его за пределами острова. Подтверждаю. Подтверждает Рыжкина, который подтвердил Сережу. Пупок, вся надежда на тебя. Я считаю, что будет целесообразно покинуть этот остров и никого не искать. Он мне нравится. Правда, я забыл сказать, что я оставляю вас на этом острове. Чё? Я всё сказал. Это я её поджёг на случай, если ты нас кинешь. Этот класс ведёт меня с ума. Вы зачем мою яхту сожгли? Ты собирался нас кинуть. Как же нам отсюда выбраться, чтобы найти Мерседеса? Мы можем сами переплыть океан, но есть кое-какая проблемка. Мы можем охмурить какого-нибудь аборигена. И он нам построит лодку. Ил. Я, конечно, могу сделать один звоночек, и к вам сюда приедет спецназ. Вас спасут, а меня посадят за ваше похищение. Марья Ивановна, мы вас не сдадим. Сережа, ты всегда был моим самым любимым учеником. Ну, раз я ваш любимый ученик, можно, пожалуйста, 5 в четверти по математике? Вот тебе! О, у меня есть идея, как отсюда выбраться. И какая же? Бабуля, я не завтракала. Вот это да! Внученька моя, ты что, правда не кушала? Бабуля, нам нужна твоя помощь. Залезайте, только будет немного трясти. А вы правда заберете нас с необитаемого острова на этом летающем доме? Ну, конечно. Кто-нибудь успокоит этого мелкого, а то он мне сейчас крышу снесет. Он очень опасен, поэтому будет целесообразно оставить его на острове. Вообще-то он классный, я его люблю. Только не говорите ему об этом. Поздно, он у тебя на голове. И в голове тоже. Ну так что, мы летим или нет? Нужно найти Мерседеса. Ну конечно летим. Как он успел в мой дом залезть? Вы чего, правда полетите с этой пенсионеркой на летающем доме? Вам всем лечиться надо. Лучше с бабкой на летающем доме, чем с зэками в тюрьме. Не надо было есть грибы. А из чего, собственно говоря, делается топливо, благодаря которому мы летим? Из специального вулканического шоколада. Мне понравилось, можно еще? Ты что, съел мое топливо? Да! Помогите.
Чего делать-то будем? Главное, чтобы далеко от этого дурацкого острова. Он похож на моего бывшего. Согласна, заяц. Давайте сплывем на поверхность, иначе кое-что всплывет раньше меня. Нам нельзя отсюда выходить, там акулы. Мы можем кого-нибудь использовать в качестве приманки, пока другие всплывут. Подождите, у меня же есть запасное шоколадное топливо. Где? Языки, черт лохматый. Сейчас бабуля вас всех вытащит. Ой, ребятки, мне нужно пополнить запасы топлива, поэтому я за вами позже вернусь. Она же не вернется за нами. Нет. Стоп, а где? Изыди, черт лохматый! Я лечу! Бульк. Не повезло акуле. А я буду скучать по нему. Да он по-любому возродится. Нас становится все меньше и меньше. Нужно найти Мерседеса. Интересно, где он сейчас находится? Что это за джунгли? И почему на меня так странно смотрят? Какой страшненький. Как его пустили в торговый центр? Вас тоже не пойму, как пустили. Ура! Здесь есть озеро, в котором можно помыться. Ты самый красивый женщина, которую я когда-либо встречал. Моя малышка, я достану звезду к твоим ногам. И нет, не проси меня уходить, я не уйду. Я уверен, Мерседес нас слышит и скоро найдет. Малышка, ты будешь моей женой. Молчание знак согласия. Вот это страсти, и рекламы нет. Прием, подмыхач, грабит магазин, нужна подмога. Ой, да отстань, у меня тут сериал. Если у нас родится сын, то я назову его Сережа. Братик, я обещал найти его. Я должен найти братика, но я не могу бросить свою любовь. Мы не можем сидеть сложа руки, нужно что-то делать. Мне кажется, или между нами может возникнуть любовь. Все, что между нами может возникнуть, это Сережа. Ребята, смотрите. О, нет. О, легенда вернулась. Спасайся, кто может.